Который трудно назвать. Это вроде бы джаз, но на самом деле не совсем. Дело в том, что вот то, что сегодня вы услышите, возникло в самые тяжелые годы в истории Америки, да и во всем мире. Это был, во-первых, был дефолт, падение, вообще была безработица полнейшая. А перед этим еще в Америке ввели сухой закон зачем-то. Это, значит, он действовал с 20 по 33 год. И за этот период вообще колоссальный был урон нанесен американской экономике, между прочим, и идеологии, поскольку пить стали не меньше, а раз в 10 больше, потому что появился запретный плод, а самое главное, возникло явление, которое именно в Чикаго, это гангстеризм. И вот в этот момент, как ни странно, для джазменов, которые, так же как и остальные граждане Соединенных Штатов, были безработными, наступило такое замечательное время. То есть они получили работу в этих подпольных заведениях, где торговали вот этими самодельными виски, и в общем, они связались с организованной преступностью. И попали, с одной стороны, вообще большие деньги зарабатывали, с другой стороны, попали просто в рабскую такую зависимость. И это наложило какой-то отпечаток, поскольку вот этим гангстерам, которые приходили в свои эти подпольные заведения, им ничего такого серьезного не надо было. И так вот развилась какая-то такая эстетика такой странной музыки, которая, в общем, потом распространилась и по всему миру, и ее считали джазом, но на самом деле это то, что американские джазмены, такие настоящие, называли такой sweet music, такая музыка сладкая, и, в общем, к джазу никакого отношения не имевшие, поскольку там не было импровизации, вообще там все было сглажено и рассчитано на богатых гангстеров, на людей довольно темных. И, вот. Хотя среди них встречались и настоящие знатоки, ценители, но это был редкий случай. И об этом я как-нибудь позже расскажу. Вот таким образом и возникла музыка, которую она проникла и в Советский Союз. И я помню, как еще в довоенные годы вообще у нас, да и в Европе, это называлось таким джазом. И эти пластинки, они у меня до сих пор сохранились. Вот, и я их в детстве коллекционировал как именно джаз. На самом деле это был просто какая-то очень красивая, сладкая такая музыка. Ну и мы начнем с нескольких примеров этому. Ну, заодно, и, кстати, прозвучит то, что все-таки осталось от ранних форм джаза, от Диксиленда. Итак, мы переходим уже к нашей программе. Попутно я буду как-то еще комментировать эти композиции. Thank you.
Ситуация с гангстерами повлияла на европейскую музыку. Дело в том, что в 25-м году Чикаго практически находился полностью во власти гангстеров. И гангстеры, кстати, начиная с тех пор, заработав большие деньги, полезли в политику и стали претендовать на губернаторство и полезли и в Сенат. Это наблюдается и сейчас. Вот бывшие бандиты, им надоедает быть богатыми, они хотят быть политическими деятелями. То же самое происходило и в Чикаго. Там это началось и продолжается до сих пор и даже у нас. Но дело не в этом. Дело в том, что Луи Армстронг, звезда американского джаза, тоже работал вот в одном из таких чикагских заведений подпольных и полностью стал рабом. Его никто его никуда не отпускал. Он просился там на гастроли, где-то концерты дать. Ему просто было запрещено. Мало кто об этом знает, но вот такой период в жизни Луи Армстронга был. И, в общем, однажды он попытался куда-то сбежать, его там разыскали и сказали, что если в следующий раз ты сбежишь, мы тебя просто застрелим и все. Кстати говоря, в этих подпольных питейных заведениях вообще царил беспредел. Иногда там очень любили, вообще когда напивались посетители, вот эти богатые, они почему-то очень любили стрелять по контрабасу, вот, из автоматического оружия. И в этот момент, значит, все музыканты прятались где-то под столы, а потом вылезали, и все это продолжалось. И вот Армстронг, все-таки ему это надоело, и он решил просто сбежать. Он сел на пароход и отправился в Англию. Он знал, что там о нем уже туда дошли слухи, до Англии вообще. И вот он начал там свои концерты, и выяснилось, что на этих концертах они проходили, в общем-то, в таких в солидных залах, и выяснилось, что расизма, все думали, что его там нет, а он там был всегда. И часть публики начала свистеть, вообще забрасывать его всякими там монетками, конфетками и так далее. В общем, его приезд, он поразил только критиков и знатоков, музыкантов вообще. И, собственно говоря, вот этот приезд
несмотря на такую, в общем, отрицательную реакцию широкой публики, породил уже европейский, особенно английский вид джаза. Вот это такая специфическая музыка, которая, вот ее сразу можно узнать, что вот она английская. И именно она повлияла потом на Европу и на советский джаз. Кстати, в Советском Союзе тоже в послереволюционные годы джаз развивался, особенно в Ленинграде, по законам как раз вот европейского джаза, который вырос из английской такой танцевальной музыки, а в общем-то начало положил вот этот приезд Луи Армстронга. Вдруг там все возбудились и решили играть так же, как американцы. Но не получилось, но зато получилось по-своему. И вот сейчас вы услышите примеры вот такой английской такой музыки. Thank you.
Thank you.
told me. Thank you.
Хочу. Алексей Козлов. Спасибо. Ну, в заключение первого отделения мы вернемся к теме гангстеров и подпольного бизнеса, торговли наркотиками и пивным. И вы услышите песню, которая называется Little Brown Jack. Это вообще традиционная еще 19 века такая негритянская мелодия, которую использовали в этих подпольных заведениях как знак такой. Вот когда приходили с проверкой, несмотря на то, что вся полиция чикагская была закуплена, но все равно они вынуждены были делать проверки, и не все были закуплены, поэтому они все-таки боялись этих проверок, и вот исполняли эту мелодию в том случае, если на столах стояли, кстати, там спиртное подавалось в таких, как в чайных, в кофейных чашечках всегда. Ну, в общем, вот эта мелодия служила таким знаком вот, опасности, и ее уже в конце 30-х годов записал Глен Миллер. Я-то ее услышал как раз после войны, когда все мы любили Глена Миллера и его фильмы, которые у нас показали где-то в течение года с 46 по 47, потом все это было запрещено. Вот история этой пьесы, на которой мы закончим первое отделение, такова. Little Brown Jack, то есть маленький такой горшочек глиняный. Истории вот с этой самой музыкой.
который написал Луи Прима, трубач, певец, в 37 году. Она называется «Sing, Sing». Дело в том, что в 38 году в Карнеги-Холле ее исполнил Бенни Гудман. И тогда все, кто слышал ее, и я в том числе, подумали, что это посвящено известной американской тюрьме Синг-Синг. А на самом деле это просто совпадение. Луи Прима и не подразумевал вообще никакой тюрьмы, а написал такую песню, просто Синг-Синг, пой-пой, и все. Вот такое недоразумение. Ну а теперь еще об одной мелодии, которая вообще стала просто очень популярной и пересекла океан и достигла Европы и Советского Союза. Это мелодия, которую многие считают народной еврейской мелодией. На самом деле ее в 1932 году написал такой композитор еврейский Шалом Секондо для одного из мюзиклов в убогом таком театре музыкальном в Бронксе на идише. И вот туда случайно зашел продюсер и музыкант Сэмми Кан, который, услышав ее, перевел ее, значит, частично на английский язык. И она вдруг, значит, ее сначала записала трио сестер Эндрюс и потом Бенни Гудман, и она стала просто всемирным таким хитом. И ее перевели, кстати говоря, и на немецкий язык, но в нацистской Германии, там, где вообще евреев уже в то время не любили, она не стала на популярность. А вот в Советском Союзе, значит, она дошла до нас уже где-то в конце 30-х годов, и уже ее записал оркестр Якова Скоморовского в таком, значит, ну, в юмористическом таком контексте «Моя красавица». И я сейчас просто напою вот, ну так, два куплета, что это такое. Наверное, вы и так знаете, что вот, ну, возникла, во-первых, дворовые песни «Старушка не спеша, дорожку перешла ее, остановил милиционер». Это один был вариант этой песни. А вот когда Яков Скоморовский записал, там были такие слова: «Красавица моя, красива, как свинья, и все же мне она милее всех, танцует, как чурбан, поет, как барабан, но обеспечен ей всегда успех». Вот такая, значит, появилась такой вариант этой «Баймир без души». А вообще она звучала на таком идышеобразном, значит, языке, там «Баймир без души» — это значит «для меня ты самое что ни на есть красивый». И тут один из ленинградских пионеров тоже сочинил слова на эту популярную мелодию, которая стала очень популярна до войны, и уже после войны ее пели в пионерских лагерях. Значит, в кейптаунском порту с пробойной в борту Жанетта заправляла такелаж, но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. Идут, тусуются по темным улицам, и калёши новые ласкает бриз. Вот такая вот такой диапазон популярности у этой мелодии. Но наиболее она стала популярной, когда ее в 43-м году напел Леонид Утесов. Это было тяжелое для Советского Союза время. То есть война, в общем, была почти проиграна нами. И шла Сталинградская битва. И вот он напел эту песню, которая, в общем, имела какой-то правительский характер. И называлась она «Барон
фон дер Пшик. Мальчишки, и она, в общем, помогла выиграть нам войну, на мой взгляд. Геббельс, очевидно, приговорил Леонида Утесова уже кандидатом на расстрел номер два, потому что номер один был Бенни Гудман. Он был, во-первых, американец, джазист и, в-третьих, еврей. То же самое относился к Леониду Утесову. Ну, теперь мне хотелось бы вернуться, раз уж мы взяли времена войны, я хотел бы вспомнить, что творилось в московских дворах сразу после окончания войны. Тогда настроение было приподнято, все радовались, и, в общем, танцевали во дворах, выносили патефоны или из окна, например, кто-то ставил патефон. И очень были популярны мелодии довоенных советских всяких фокстротов. И вот сейчас один из примеров вот такой музыки. Это очень популярным был джаз-оркестр до войны Александра Варламова. Он тоже не миновал репрессии, он во время войны был репрессирован. Правда, его не расстреляли. Он потом вышел и долго еще занимался творчеством. А его две песни просто тогда под них танцевали как до войны, так и после. И вот сейчас вы услышите две такие замечательные его мелодии, которые звучали тогда в московских дворах. Thank you.
Песня звучала во дворах, тогда уже были запрещенные такие пластинки. Это было связано с до войны изданными пластинками польских джазовых музыкантов, которые в 1939 году убежали от Гитлера, это были еврейские джазмены, убежали, чтобы не попасть там в концлагерь, в газовые печи, а попали к НКВДшникам, которые тоже с ними расправились. И эти люди стали легендарными. Это стал львовский театр-джаз. И вот я сейчас постараюсь исполнить один из хитов, который у меня это была пластинка, еще в 1945 году я ее достал вообще с таким трудом. Ее исполнял Евгений Бадо, который потом был замучен просто в подвалах НКВД, пытаясь как-то пересечь границу, сбежать. И эта песня, она очень повлияла на меня в детстве. После нее я решил стать именно джазменом. Сейчас я ее попытаюсь исполнить с тем же польским прононсом, который был характерен тогда для вот этих беглецов. Помню этот день, весенний парк и цветы под облаками, ярко солнышко сияло. На скамейке у фонтана вдруг села ты, и сразу сердце как-то громче застучало. Так мы молча просидели час или два, и никак не вязался разговор. И потом без слова подняла и ушла, а я остался и
и тоскую, и с тех пор я ничего не знаю, и знать я не хочу. Лишь одно я знаю, что я тебя люблю. Милая, признайся, можешь ли понять, как тяжело любя страдать? А целый день страдаю, по ночам не сплю. Ничего не знаю и знать я не хочу. Но твои улыбки я не могу забыть. Теперь не знаю, как мне быть. Мою жизнь ты в еще один период в моей жизни, это уже автобиографическое. Я немножко повзрослел и стал посещать Бродвей. Это улица Горького, кто не знает. И там я познакомился с людьми, которых обзывали стилягами. На самом деле мы-то называли друг друга чуваками, чувихами. И вот это у меня есть специальная программа про вообще этот период и песни. Я просто сейчас, ну, в двух словах как-то попытаюсь изобразить вот эти песни. Дело в том, что они, в общем-то, пелись на популярной джазовой мелодии. И кто-то сочинял слова на эти вот мелодии. Ну, например, Сан-Луи. Это Сан-Луи блюз был очень популярным, поскольку Эдди Рознер сидел уже в лагерях и стал легендарным. И на Сан-Луи чуваки стали сочинять вот такие, например, кто это сочинял, непонятно. Москва, Калуга, Лос-Анджелес объединились в один колхоз. Из Бачиталина 102 этаж, там в буги-вуги лобает джаз. А вот другой вариант. Девушка хохочет, полная любви огня, с ней мой милый хочет обмануть меня. О, Сан-Луи, город стильных дам, крашеные губы он целует там. Ну, например, вот была такая мелодия, там, мы ползем по Уругваю, ночь хоть выкали глаза. Это на мелодии «I love Paris». Только шепот попугая заплетался в голоса, только дикий рев гориллы нарушает чей-то сон. Осторожней, друг мой милый, в джунглях слышен саксофон. Вот такая вот была тематика, кто сочинял эти слова. Но на подпольных сборищах чуваки именно пели, а иногда и играли вот такие вот вещи. Ну и вот сейчас, чтобы перейти уже к современному исполнению, был такой, значит, тоже хит, который звучал в эфире. И вот сейчас вы услышите его в том виде, в каком мы его слышали по радио, а мы на него, значит, пели там «Мне мама сказала», там вот такой вот был, значит, текст.
Уж очень эта мелодия, она была в то время популярна.
Thank you.
Бенд, Олеся Гринков, Алексей Козлов. Мы благодарим вас за внимание. Олеся, прошу.